Уважаемый Александр Дмитриевич, дорогие друзья, хотел бы прежде всего выразить признательность всем тем, кто эту идею, во-первых, выпустил в практический оборот, и всем, кто ее воплотил в жизнь. И правительство Санкт-Петербурга, и наши друзья из всех представленных здесь организаций, не буду перечислять, чтобы никого не обидеть. Но, конечно же, мы должны выделить Троицкую пустынь и все то, что они делают для сохранения нашей истории, в том числе для сохранения памяти о многих великих русских государственных деятелях, включая и, как мне сегодня сказали, много министров иностранных дел Российской империи. Это действительно часть великой истории, великой страны. Николай Карлович Гирс сменил на этом посту Александра Михайловича Горчакова. Так же, как и Александр Михайлович Горчаков, Николай Карлович постоянно продвигал внешнюю политику, которая была открыта всем. То, что мы сейчас называем многовекторностью, это родилось не сегодня, не вчера. Это всегда российское государство продвигала в качестве своей принципиальной позиции, подчеркивая, что мы готовы сотрудничать со всеми, конечно же, на основе взаимного уважения, на основе равноправия, на основе поиска честного баланса интересов. Эту политику продвигал и Александр Михайлович Горчаков, и сменивший его Николай Карлович Гирс. Кстати, во время его, по-моему, 15-летнего пребывания на посту министра не было ни одной войны. И тем самым он как бы делом доказывал, что если учитывать российские интересы, то можно решать любые вопросы мирным, дипломатическим путем. И вот это наследие наших великих предшественников, оно отражено в концепции внешней политики Российской Федерации. Ее новая редакция была подписана, одобрена президентом в марте этого года, и в ней продолжается курс, который был начертан в те годы, в годы, когда Российская империя отстаивала свои законные интересы в мире, оставаясь, подчеркну еще раз, открытой всем направлениям сотрудничества. И очень приятно, что сегодня здесь студенты, которые из различных вузов, не только петербургских, но общее у них то, что их мечта или жизненные планы связаны с дипломатией. И очень здорово, что они причастны к этому сегодняшнему событию, помнят свою историю, свои корни, и всегда эту историю нести вперед и быть ее достойным, это, наверное, самое главное качество дипломата. Еще раз всем спасибо за это великолепное мероприятие. Большое спасибо, Сергей Викторович.